Майкл – это здоровый парень, который сопровождает каждую тренировку хорошей порцией энергетического напитка. Идеальный выбор. Верно? Не торопитесь с выводами, он все еще подвержен риску обезвоживания. Обезвоживанием называется снижение веса тела более чем на 2% вследствие потери воды. Основные симптомы обезвоживания – это сухость во рту, головокружение, учащенный пульс, мышечные судороги, растерянность, а также темно-оранжевая или коричневого цвета моча. Обезвоживание в процессе тренировки может плохо сказаться на ваших результатах, а также увеличивает риски получения травмы. Ну и что мне делать? Поддерживайте водяной баланс организма в норме, выпив около полулитра воды не позднее, чем за 4 часа до тренировки. Пейте простую воду, если ваша тренировка длится не более часа, и употребляйте напитки с электролитами для более долгих и интенсивных тренировок. Спасибо, док. Можно сказать, вы полили наш аппетит для здоровой гидратации.